Дочка, тебе не надоело сидеть целыми днями в заперти, а? Нет, не надоело. У тебя, наверное, есть друзья. Почему бы тебе не сходить к ним? У меня есть только один друг. Это Коркут. А Эмине? Сходи к Эмине. А, нет, подожди, лучше позовем ее сюда. Эмине? А кто это? Как же так? Ты сказала, что Коркут твой друг. Странно, ты что, не знаешь его двойняшку? Да. Расскажи-ка ты мне все как есть. Где это вы познакомились с Коркутом? Кто это может быть? Я пойду открою двери, а ты жди меня здесь. Кто тебе нужен? Зачем ты пришел? Я пришел к Жанет. Очень хорошо. Она какая-то странная. Волнуюсь за нее. Целыми днями сидит у себя в комнате. Жалко бедную девочку. Эй, я с кем разговариваю? Два сапога пара. А госпожа Гунуль всех сумасшедших вокруг себя собрала. Кто там? Это я, Коркут. Где ты ходишь? А? У тебя что, есть сестра? Да, Эмине. А в чем дело? Почему ты не сказал мне? У меня спрашивали про нее, а я не знала, что ответить. Она удивилась, что я не знаю. Кто спрашивал? Госпожа Сие. Ладно, не волнуйся. Зачем мы сказали, что мы друзья? Можно было сказать, что мы с тобой не знакомы. Жанет, все, прекрати. Толга показал мне один видеоматериал. Ты о чем? Он был на диске. Сказал, что человек на диске — это ты. Он уверен, что мы с тобой сообщники. Сама подумай, у нас что, есть какие-то планы? Нет, ну зачем ты отправил им этот диск? Это тебя не касается. Ты использовал меня ради своих целей? Ты задумал что-то ужасное против меня? А то я уже подумала, что есть хорошие люди. Ничего не изменилось в моей жизни. Послушай, Жанет. Не подходи ко мне. Не подходи ко мне. Не подходи. Что ты делаешь? Ты такой же, как и все другие. Ты хочешь использовать меня. Жанет, отдай мне нож. Не подходи ко мне. Эх, ладно. Что ты хочешь знать? Говори. Не подходи. Скажи мне правду. Прошу тебя, не будь как все остальные. Прошу. Все будет хорошо. Не переживай, ты будешь счастлива. Прошу тебя, не обманывай меня. Я не хочу так жить. Жанет? Дочка, с тобой все в порядке? В порядке. Я услышала твой голос и прибежала. Коркут, мне надо поговорить с тобой. Хорошо, давайте поговорим. Что ты вытворяешь? Ничего. Что тебе нужно от Жанет? Я просто пришел навестить ее. Ей многое пришлось пережить в той семье. А если она все поймет по-другому? Что? Коркут,
Ты понял, что я имею в виду? Твои отношения с Джейлан, то, что происходит между тобой и Толгой, я не хочу вмешивать в это Жанет. Не делай вид, что не понимаешь меня. Я боюсь, что Жанет может влюбиться в тебя и будет страдать от этого. Ничего такого не будет, госпожа Гунуль. А вдруг будет? Не будет. Держись от нее подальше. Жанет привез сюда я. Если вдруг она будет нуждаться во мне, я буду здесь. Вам придется смириться с этим. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.